оптимальный вариант. Я думаю, для игрока и для Атлетико тоже, с учетом того, что они взяли Сосу. И Баптистао, один из лучших игроков Рая Валекана по прошлому сезону. Удар Криштиану! Вот это голечник! 1-0, Реал выходит вперед. Андерсон даже не шелохнулся, а просто взглядом провел мяч, который вонзился в девятку. Обладатель золотого мяча 2013 жжет и в 2014 году. Далее Криштиану выйти на ударную позицию. 21-й гол. Очко для Криштиану. Бинго. Выйти на ударную позицию и жахнуть, двинуть с правой ноги. Посмотрите реакцию голкипера. Какие тут могут быть шансы? Ну, хорошо, что сетку не порвал. 1-0 Реал повел в счете. Роскошный удар Криштиану Роналду. И попадает он в объятия своих партнеров. Вообще, Криштиану по-хорошему мог бы выходить уже с золотым мячом.